нет, он так тут как-то уплотняет, но если ты поставишь их тяжело, то он постепенно начинает туда-сюда. Когда ты едешь, ты нормально. За больше не поспишь. Когда ты едешь, ты нормально. А вот когда ты съехал и остановился, ну, через какое-то определенное время начинает. Ну, выходит, смотри, лопаты на яре. На следующий день утром едет, там такой котлован вырос. Вот это да. А сейчас, когда Денис не ездил, я Руслан, ты значит там не проедет. Там автобус, который ездит, вылезет в толпу. Ух ты, ебать! Ух, ебать! Пизда трупа нахуй. Да. Что взорвется нахуй? Огнетушителя нет? Там кто-то живой, блядь. Паш, как вылезет отсюда? Чё? Да вылезет отсюда. Тушить там взял уже. Мужик, пиздец, как конечно там сгорел. Блять, ну хоть открыл, хоть как-то вылезти отсюда. Ну это вот как перевернутый хуйня. Чудо живо осталось, да? Баба чудо живо осталось. И хуй кто, блядь? Вот он стоит, мужик, чудо ёптанки тут закрыто. Пиздец, я не знаю, как выйти. Он огнетушителем пользуется, не знает как. Там кто-то еще, по-моему, из детей, наверное. Блять, открыть-то, ёп! Ребят, близко не подъезжайте, ну и нахуй, может газовый баллон будет, все что Паш, угодно может открой, быть. Паш, открой, ёшкин кот, бля! Кирюрян, тебя надо вот, блядь, он заблокировал все двери. Все, пиздец. Все, пиздец, дети загорелись, нахуй. Я не могу так. Yeah.
чего? Это вот тот остался, да? Девчонка сгорела. Ой, пизда, тут три машины нахуй сгорели, блядь, пиздец, тут люди нахуй, все. Взрыв нахуй. Где, дружище, они подскажут? На ремонте.